Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, я хотел бы с вами поговорить на некоторые, ну, скажем так, злободневные темы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что происходит вокруг Кадырова? Почему он выступает с такими угрожающими заявлениями всех убить, всех зарезать, братьев, детей и так далее? Что это за всплеск очередной у Рамзана Ахматовича кровожадности? Да я бы не сказал, что в этом есть что-то экстраординарное. Ну, во-первых, это традиционная для него манера выражаться и манера делать политические заявления. И мы с вами прекрасно знаем, что это единственный человек в Российской Федерации, который может делать подобного сорта заявления. Но это не полное объяснение. Вторая часть объяснения состоит в том, что Кадыров договорился с Кремлем о процедуре своего ухода, о том, как он будет обеспечивать преемственность власти, чем он сейчас занимается. Поэтому я бы предположил, что вот это его угрожающее заявление, оно адресовано тем потенциальным смутьянам, я подчеркиваю, потенциальным, которые с точки зрения Кадырова могут появиться в Чечне и бросить вызов преемственности власти. Кстати, Кремль ему дал добро на то, чтобы он сам определил своего преемника. Они вот согласовали этот вариант. Я не знаю, кто будет преемником, но принципиальное согласие дано. Кремль исходит из того, что любой преемник, который наследует Кадырова, он все равно будет слабее, чем он. Но я хотел бы просто уточнить одно обстоятельство. Вот этот вопрос о преемственности власти, о процедуре формирования преемственности, он основан на таком медицинском факте, что здоровье Кадырова ухудшается. Оно не фатально ухудшается, я сразу скажу, но оно ухудшается серьезно. Но вместе с тем, понимаете, люди и внезапно смертны, и внезапно склонны не умирать. Это очень важно понимать. То есть не факт, что вопрос о преемственности власти придется решать в ближайшие полгода. Это совсем-совсем не факт. Это совершенно не ясно. Но есть принципиальная договоренность. Я полагаю, что в рамках этой договоренности Кадырова посылает сигнал потенциальным смутьянам, тем людям, которые хотели бы оспорить его право определить, кому управлять Чечней. Евгений Алексеевич. Ну, посмотрите. Ситуация, которая в каком-то смысле напоминала нынешнюю, когда Кадыров стал главой клана, когда был убит его отец 9 мая 2004 года, ему там формально оставалось несколько лет до достижения того возраста, когда он мог быть уже избран или назначен главой республики, и там, что называется, была возможность на несколько лет этакого зиц-председателя назначить. А сейчас дети Кадырова, им еще долго-долго ждать наступления счастливого часа, когда они формально смогут занять пост президента. Это не создает, на ваш взгляд, ну, я бы сказал, непреодолимую ситуацию, что вот или же Кадыров откажется от идеи преемственности власти по наследственной линии? Нет, он от этой идеи, безусловно, не откажется. Он полагает, что он может создать такой механизм, при котором рано или поздно, скорее раньше, чем позже, его дети возглавят Чечню. Но это одна часть дела. Вторая состоит в том, что вы правы абсолютно, Евгений Алексеевич, это слишком длинный горизонт. Он слишком далеко отстоит от сегодняшнего дня. Слишком много переменных, которые могут этот процесс, который выглядит сейчас в нашем обсуждении там, теоретически стройным, они могут эти перемены, этот процесс обрушить. Поэтому есть и другие варианты. Ну, запасной вариант, самый простой, это эвакуация клана Кадыровых в Арабские Эмираты или в Саудовскую Аравию. Я, кстати, хочу сразу подчеркнуть, что на тот случай, если в России будут развиваться кризис политический, Саудовская Аравия дала обещание, она дала его довольно давно, что если Кремль или Москва, давайте лучше используем сейчас этот термин, Москва не сможет обеспечивать Чечню в прежних размерах, финансово поддерживать, то Саудовская Аравия готова обеспечить ее подушкой финансовой безопасности. То есть есть несколько вариантов.
Мы с вами сейчас обсуждаем тот, который находится, ну, буквально на поверхности и выглядит самым очевидным. Ну, я с вами полностью согласен. Совсем не факт, что очевидные вещи будут реализовываться. Совсем не факт. Но мы исходим из того, что сейчас с вами наблюдаем. Я говорю, что есть еще и другие обстоятельства, и другие переменные, которые могут, причем в том числе те, которые нам не видны, и которые могут вообще внезапно появиться. Политический кризис в России способен все изменить и в Чечне. Ну, на этот случай Кадыров тоже вот как раз и делает заявление, что, мол, не пробуйте бросать вызов мне, сказать, институту преемственности. Ну, слушайте, если он сам ослабеет, найдутся люди, возможно, в том числе отчасти из его окружения, которые подумают, что они ничем не хуже, они могут точно так же успешно управлять Чечней. Так что нельзя, Евгений Алексеевич. Мы живем в мире, где вообще все возможно, особенно если этот мир называется Российской Федерацией. Ну, а вот скажите, в мир, именуемый Российской Федерацией, в котором все возможно. А вот в этом мире, где все возможно, возможно ли было, что недавние погромы в Дагестане, где сожгли синагогу, где напали на православный храм, убили православного священника, были самые натуральные уличные бои между вот этими террористами, экстремистами исламского толка и силами правопорядка, убитые и раненые с обеих сторон. Это могло быть спровоцировано Кадыровым для того, чтобы продемонстрировать, вот у меня порядок в Чечне, а у вас вон какой бардак, и вы без меня не пойдете. Я понимаю ваше предположение. Насколько я знаю, нет. Кадыров в этом был не заинтересован. Вот то, что касается событий в Махачкале полугодичной давности, помните, поиски евреев в турбинах самолета, да? Вот там, да, это была его активность. Он просто как раз тем самым показывал федеральному центру, что не надо вмешиваться в его дела и лучше с ним договариваться. С ним после этого и договорились. Вот как раз эту формулу договоренности мы с вами и обсуждали. А что касается Дагестана, нет, это сугубо внутренние причины. Кстати, там я видел много удивления. Ах, почему же это не социальные низы выступают в роли экстремистов? Да вообще социальные низы не так часто выступают в роли экстремистов. Это колоссальное заблуждение. Я напомню, что те, кто направил самолеты на башни 11 сентября, да, это были люди, выходцы из очень состоятельных семей. Это, кстати, как раз норма. Это как раз норма. Ну, я думаю, что мы с вами помним, что, допустим, семья Кастро, да, Фидель Кастро и Рауль Кастро, они вообще выходцы из очень состоятельных семей. Из очень состоятельных. И это характерно для значительной части революционеров. Ну, если хотите, для значительной части экстремистов. Так вот, все это имело сугубо внутренние причины. Это не могло не произойти в силу целого комплекса причин. И я думаю, что это может начать происходить с нарастающей частотой, потому что Северный Кавказ – это как раз традиционно то место в России, отнюдь не только в постсоветской России, в советской, где кризис проявляется в первую очередь. Ну, мы с вами помним, как начинался распад Советского Союза. Да? Закавказье, страны Балтии, но там все это выглядело совершенно иначе, там кровь, по счастью, не лилась, там это в другие формы приняло. И это Северный Кавказ, конечно, это самый, я бы сказал, потенциально опасный регион. И любой кризис, который охватывает Российскую Федерацию, там проявляется, во-первых, в первую очередь, во-вторых, с особой остротой. Мы увидели там то, что, в принципе, может происходить в России. Это, я бы сказал, предвестие неких очень серьезных событий. И совсем не обязательно, что участниками этих событий станут какие-то исламские экстремисты. У нас хватает людей в Российской Федерации, я бы сказал, их избыток, которые бы хотели, с их точки зрения, отомстить или восстановить справедливость. А кто эти люди, например? Можете поподробнее рассказать? Пожалуйста. Вы знаете, это довольно просто. Ну вот, скажем, бывшие вагнеровцы. И, кстати, совсем немало. Если не существует такой организации, как Вагнер, ее не существует, ее действительно удалось расформировать, отчасти встроить в другие организации,
Но, тем не менее, люди никуда не делись. Эти люди находятся в Российской Федерации. Я не хочу сказать, что их огромное количество. Это неправда, но их немало. И главное, сохраняется, я бы сказал, то, что, уж давайте академическое словцо употреблю, этос, вот такой дух общности, понимаете, определенный. И сохраняется корпоративная коммуникация. Ведь неспроста накануне годовщины марша Вагнера на Москву что делают? Проводят аресты среди медийщиков Вагнера. Провели в Петербурге, но мне говорили, что оказали давление в том числе и в Москве, и в Ростове на тех людей, которые с Вагнером были тесно связаны. Власть боится. Я почему именно Вагнер вспомнил? Потому что здесь важно, чтобы люди были вооружены. Это очень важно, чтобы они были вооружены, чтобы у них был опыт, чтобы у них была определенная корпоративная культура. Ну а теперь представьте, там есть помимо Вагнера другие ЧВК, есть некие условно сообщества, амбициозные, как выражаются социологи, амбициозные группы, которые будут возвращаться с фронта. Может быть, не сейчас, может быть, попозже. У всех этих людей есть очень сильное желание взять свое. Они считают, что по отношению к ним отнеслись похабно. Я подчеркиваю, в России так, наверное, считают 4/5 населения, а может быть, даже и 5/6. Но есть люди, у которых есть возможность настаивать на своем с оружием в руках. И этим они отличаются от всех других. И как раз вот, раз мы с вами вспомнили, точнее, с моей подачи, события годичной давности, но уж прекрасно помните, что государство в России не оказалось в тот момент. Его просто не оказалось. Сейчас государство ничуть не сильнее, чем год тому назад. Ничуть не сильнее. А скажите, Валерий Дмитриевич, вот вам не кажется, что есть такая версия, что война привела к тому, что разбалансировалась система управления государством, которая строилась предыдущие почти 20 с лишним лет? И вдруг, значит, все усилия были перенаправлены на то, чтобы начать войну, затем попытаться в этой войне победить, потом не проиграть в какой-то момент, когда украинские войска перешли в первое контрнаступление, ну и так далее. Да? И в этой ситуации оказывается, ну, условно говоря, мы узнаем, что, конечно, НАТО страшная угроза, но 80% вооруженных сил российских, которые были расквартированы вдоль новой и самой протяженной границы с НАТО, границы с Финляндией, перебрасываются на украинский фронт. Мы видим, что где-то вспыхивают какие-то беспорядки, и выясняется, что силовики не то что не готовы с ними бороться, им что-то противопоставить, а их просто там такое впечатление, что первое время нет. Действительно, можно говорить о том, что разваливается система государственного управления, или это будет перебор? Евгений Алексеевич, я думаю, что вы абсолютно правы. Можно использовать различные термины, разваливается, я бы сказал, она скорее расползается пока. Помните Одена? Вот так кончается мир, не вскриком, а всхлипом. Вот мы сейчас наблюдаем всхлип. Вот мы наблюдали его год назад, 23-24 июня, когда не было никаких громких заявлений со стороны государственной власти, а просто ни полиции, ни службы безопасности, ни Росгвардии нигде не оказалось. На пути марша, который корпус Вагнера совершал, их было, кстати, всего там ничего, не больше 5000 человек, совершали в направлении российской столицы. И вы абсолютно правы, что как раз военные действия, они стали тем испытанием, которое вдруг выяснили, что это колосс на глиняных ногах. Вот строили пресловутые вертикали власти, формировали, запугивали, запугали оппозицию, выгнали ее. Грозили Западу, показывали большой кулак и большой кукиш, что хотите. Но самое главное испытание, а испытание действительно военными действиями, оно очень тяжелое, оно экзистенциальное. Вдруг показало, что да нет этого государства, это все гигантская фикция. И, кстати, это же не первый раз в России, Евгений Алексеевич. Ну вот что там говорить о 1917 году, да, на наших глазах разворачивался 91-й. Вы же помните. И до 19 августа 1991 года, но мы же с вами знали, что есть гигантский аппарат КГБ СССР. Гигантский.
Да, часть коммунистов покинула КПСС, но все-таки это была партия, там сколько-то, 15 или 17 миллионов человек. Гигантские вооруженные силы. Где, кстати, я обращаю ваше внимание, это очень важно, что генеральский корпус формировался исключительно, почти исключительно из восточных славян, русских, украинцев и белорусов. Предполагалось, что они будут защищать империю, что они будут наиболее лояльны. Игорь Алексеевич, и на наших глазах за трое суток все это рухнуло. Правда? Это же было удивительно. Вдруг выяснилось, что эти структуры, а там было немало, вы прекрасно помните, вполне себе кровожадных людей. И были не трусливые люди, и были не глупые. Но в целом структура оказалась недееспособной. Я не вижу причин, по которой это государство не рухнет точно так же. К сожалению, оно успело наделать слишком много бед. И главная беда, его последняя и заключительная, это вооруженная конфронтация с Украиной. Но это же одновременно и, я бы сказал, собственный похорон. Это вырывать себе могилу. Понимаете, умные люди, они умные, потому что они не бросают на карту, не ставят все. Да, на красное, там, вот, на зеро, нет. Они оставляют себе возможность лавировать. А если вы все поставили на карту, вдруг выясняется время от времени, не всегда и не для всех, но в данном случае Российская Федерация – подтверждение, что у вас за спиной ничего нет. Это Терричеллиева пустота, абсолютная Терричеллиева пустота. И мы с вами увидим, что в критический момент, он еще не наступил, но он наступит, точно так же за трое суток это государство рухнет. Рухнет. И те люди, которые клялись, что не будут его защищать, которые набрасывались на оппозицию, которые кричали, что Запад виновник всех наших бед, они просто исчезнут. Ну, кто-то попытается сбежать, а кто-то вовремя постарается предать. Я нисколько не сомневаюсь, что те люди, которые сейчас на телевидении обличают Запад, развернутся на 180 градусов. Они будут обличать тех, как они скажут, предал страну, да, и завел страну в тупик. Ну, если у них, конечно, будет шанс. Я не уверен, что им такой шанс предоставится. Я думаю, что в этот раз все будет гораздо жестче, чем в 91-м году. У меня такое ощущение. Слишком много бед наделано. Слишком много. Валерий Дмитриевич, а вот скажите, пожалуйста, вы говорите о том, что когда-нибудь он еще не наступил, но наступит обязательно критический момент. Когда? Простой такой вопрос я вам задаю. А когда наступит этот самый критический момент? И что его вызовет? Какой будет, если угодно, там главный импульс, который приведет к критическому моменту? Ну, импульс, понимаете, это всегда лучше всего объяснять по аналогии. Какой был импульс, который привел к распаду Советского Союза? Действие самого советского руководства. Понимаете, путь к падению государств прокладывает не оппозиция и не внешние враги. Ну, поражение военное, да, способно, но путь всегда прокладывает действия самой государственной власти. Это аксиома. Эта аксиома верна и применима не только к Российской Федерации. Это первое. Теперь о сроках. Я рассчитываю увидеть это осенью этого года, самое позднее весной следующего. Самое позднее. То есть во вполне обозримые сроки. И не только увидеть, но в общем и поучаствовать в этом. Говорю с большевистской прямотой. Редко когда удается поучаствовать в исторических событиях. Одни мы с вами пережили и поучаствовали. Ну вот, когда на одну человеческую жизнь приходится двое таких потрясений, я бы сказал, что это чересчур, но не нам решать. Это, давайте скажем честно. Ну, во всяком случае, у нас есть основания требовать молока за вредность.